ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие и жители Алтайского края. 75 лет отделяет нас от победоносного завершения Великой Отечественной войны. Проходят годы, сменяется поколение, но день 9 мая 1945 года навечно остается в нашей памяти. Остается потому, что время не властно над величием бессмертного подвига народа, отстоявшего честь и независимость нашей Родины, избавившего страны Европы от нацистского порабощения. Празднуя День Победы советского народа в Великой Отечественной войне и испытывая чувство великой гордости, мы одновременно испытываем и чувство великой скорби, склоняя головы и боевые знамена перед памятью павших героев. Перед теми, кто ковал победу на фронте и в тылу, выстоял и отбросил фашистов от границ Отечества, освободил Родину и другие страны Европы. Верные славным воинским традициям фронтовиков, военнослужащие свято выполняют свой конституционный долг, настойчиво укрепляют оборону и безопасность государства. С достоинством и честью несут высокое звание защитников Отечества. Поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!